Шайба перед Кари Рама. Сейчас она за воротами. Передача на Хагмана. Тот возвращает. И на этот раз шайба оказывается за спиной Кари Рама. Буквально там несколько секунд. Или, по-моему, даже уже в равных составах команда играли. Нет, по-моему, там несколько секунд оставалось еще удаление. То, что не получилось с первой попытки, потом не получилось со второй, с третьей. Бросок Артура Амирова, да, достиг цели. И мы поздравляем этого защитника Локомотива, который набирает свой первый результативный балл в континентальной хоккейной лиге. И этот балл — заброшенная шайба в начале третьего периода во встрече с омским «Авангардом». Хороший бросочек получился у Амирова. Как бы он один из ассистентов. Ну вот первую шайбу дождались ярославские болельщики. И Плотников там прямо в момент броска, видно, проехал перед Кари Рама.